Друзья, всем привет! Вы на канале Захар Хорошко. Хотел записать вам очередное видео на тему, как правильно чистить новый автомобиль. Первое, что нам надо с вами, ребят, это попасть в сам автомобиль. Делаем вот такие вот нехитрые движения. Вот такого плана, чтобы снег не попал к нам в салон. Вот такие вот движения. Далее что мы делаем? Открываем автомобиль. Бросаем вещи. И присаживаемся. Я думаю, это будет полезно для всех ребят. В том числе и для тех, кто купил машину новую. Потому что чистить машину можно по-разному от снега. Но конкретно новую машину стоит чистить таким образом, как я вам сейчас покажу. Так, машину мы заводим для того, чтобы она у нас прогревалась, чтобы мы не тратили время на поездку. Далее, что очень важно, ребят, очень-очень важно. Нам нужно взять вот такой вот прибор. Это шкребок с функцией щетки, видите? Но я дополнительно еще приобрел и вот такой вот шкребок. Для чего он нужен, сейчас расскажу. И да, самый важный момент, если вы приобретаете новую машину, обязательно избавьтесь от старой щетки и шкребка, потому что они будут уже подгулявшие, так называемо, и будут вам портить лакокрасное покрытие. В том числе, возможно, поцарапает новое стекло. Поэтому цена вопроса копейки. В белорусских рублях в магазине Fix Price это удовольствие стоит 5 рублей за два элемента. Поэтому точно не переживайте за эти деньги. Далее, что мы делаем? Машинку мы завели, а теперь посмотрите, как я буду ее чистить. Итак, выходим на улицу вместе с вами. Берем пока щетку. Начинаем чистить именно с крыши. Внимание, что щетка должна быть под углом, ни в коем случае вот так не ставить. Если будете ставить щетку прямо, поцарапает лакокрасочное покрытие. Для тех ребят, у кого машина не новая, я думаю, это не актуально. Можете ставить щетку, как вам нравится. Далее, когда с крышей закончили, можем смести боковые окна автомобиля вот такими вот движениями. То же самое делаем с задним стеклом. Обязательно не забывайте, щетку нужно держать под наклоном.
таким вот образом, ребята. Далее сметаем снег с лобового стекла. Заодно из капота. Такими вот нехитрыми манипуляциями чистите ваш автомобиль. Но самое важное — правильно размещать щетку и не прижимать, чтобы не поцарапать. Так как у нас стекло не обледенело, скребок нам сегодня не понадобится. Вот такая вот уборка, ребята, у нас с вами по чистке автомобиля. Кому нравится, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Всем пока-пока. Ждите новые видео на моем канале.